Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. И мы с тобой остановились на 27-й миссии. Так, подожди-ка, а с какого перепуга, блин, я же хотел поменять, ребят, я хотел поменять. Ух ты, муха. Серьезно, что ли? Голод. Сварщик здесь не рулит. Муха, отвали. Так, началось, да? Крысы эти с аркебузами со своими, а? Смотри, что творят. Смотри, что вытворяют здесь, а? Так, давай гранату, точнее, коктейль молотого бросим. Не подпускаем. Так, я хочу посмотреть, будет ли у меня этот работать. Работает. Помогает мне этот охламончик, который наверху. Все-таки поедает этих мух. И все прочее. Так, ну что, половину волны мы с тобой пережили. Слушай, а муха что у нас делает? Если подлетает близко. А, она, по-моему, может это, хватать. Эти, как его там, наши предметы, гранаты, да, коктейль молотова. По-моему, она их съедает, насколько я помню. Ну давай, 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 давай. Все, осталось совсем чутка. Ну-ка, проверим. Да, видишь, она съедает. То есть коктейль молотова бросил, и она его быстренько схавала. Крокодил, отвали. Так, ну мы должны с тобой выжить здесь. Обязаны просто. Ну, результат, конечно, очень плохой. Ты сам видишь, пол хп мне всего лишь оставили. Так, бонус за здоровье 1100. А что у нас тут? Ага, веселенькая команда у нас. Уровень 27 пройден. На 3 звездочки. Так, сколько нам тут? 14 монет. Дядя Волосач и, опять же, сварщик. Плюс один билет нам дали. Ну что же, продолжаем нашу эпопею с тобой. До 30 уровня мы сегодня с тобой доберемся. Я думаю, вполне. Вполне это реально. 28-я миссия. Да елки-палки, очередной день на болоте. Я хотел поменять. Взять Джо. И забыл. Давай посмотрим, как вот это вот работает у нас. Отлично жарит она их, смотри. Ну куда ты бежишь, тортила, а? Так, муха. Там еще и скунсы бегут. Ну давай, давай, наяриваем. Скунсы сейчас, ну вот, вот, выпускает свои вонючие облачки. Не подходи ко мне, крокодилы в отродье. Ага, пока не оглушенный, бросим коктейль молотов туда. И поджарим их до хрустящей корочки. Так, последняя волна. Петушара прокукарекал. Давай бросать. Ой, муху не увидел, ребята. Ну как же так-то? Давай, забросаем их тут. Пускай горят адским пламенем. Знаешь, в чем беда? Эти комары слишком далеко находятся и плюются слишком далеко. Поэтому моя вот эта вот ягуанка, она не может их схватить. Ну, меня это не интересует, потому что уровень у нас с тобой пройден на 3 звездочки. Я бы даже сказал, на 3 смайлика. Так, 5 звездочек за бонус. 20 монет. И опять достается нам сварщик. Оу. И перчинка. 4 карточки. Так, ну сейчас главное не спешить. Давай выберем с тобой другого бойца. Так, вот он у меня. Что-то мне сказали, нажми. Ну вот, нажал, ребята, и что? Вот она. Кто-то говорил, нажми на стрелочку синюю. И ничего не происходит. Так, ну что, берем с тобой болвана Джо. И продолжаем. Так, где мы с тобой остановились? 29-я миссия. А 30-я у нас с тобой на время, да? Сейчас рванет, говорят. Я не знаю, что тут у кого рванет. Они уже из какой-то пещеры лезут. То есть трубы, то есть пещеры. Кто-то в комментариях написал даже, что это Swamp Attack 2. Типа такая же, как оригинальная, только переведена. Нет, ребята, вы посмотрите на графику оригинальной игры. Первой части, да? И посмотрите здесь, они очень сильно отличаются. Так что это не клон, поверь мне. Это действительно полноценная игра. Так, ну-ка. Окей.
крокодилов разобрали. Давай бросать гранаты туда. Не даем спуску. Замечательно. Души копятся. Пока не будем тратить. Последняя волна. Вот на этих будем, ребят, на этих. Я бы даже сказал, обязательно нужно. Потому что они сейчас начнут шмалять. Ага. Прекрасно. Мне просто хочется посмотреть, что там дальше будет у нас на следующем уровне. Какие возможности еще откроются. Я надеюсь, какой-нибудь, может, помощничек у нас здесь появится. Хотелось бы, да? Бонус за здоровье 1900. Мне интересует, да, три смайлика, как с куста. И вот эту надо как-то открыть, копилочку. Так, 5 звездочек, 11 монет, тормоз Джо и сварщик. А персонажи нам, по-моему, дают на круглых, да? Вот, например, на этой миссии могут дать. Или же все-таки дают... Подожди, а где у нас? А она что, рандомно выпадает? Помнишь, там такая черепаха, панцирь выпадал, да? Где мы, если проходим, получаем определенные бонусы. Сейчас нету, видимо, закончился, да, этот пик. Продержись 60 секунд. Ну что же, я постараюсь. Борьба за выживание. 60 секунд, да, говорят. Но... Так, копим с тобой на взрывчатку и сразу же ее используем. Смотри-ка, 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 что происходит. Эй! Уйди от меня. Блин, пердушка это там наяривает. Смотри. Я в тот раз не справился. Почти не справился. Там оставалось очень мало хп. Попердывает, и что тут? Ну, есть контакт. Так, так. Давай, 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 мне динамит, срочно. Так, оглушили. Куда ты бежишь, а? Комары. Москиты эти. Взрывчатка есть, бросаем. Пока они оглушены, нужно использовать этот момент. Да ну хорош. Есть. Ну что, я продержался 60 секунд. Три смайлика. Все как полагается, и мы с тобой двигаемся дальше. Но вот из этого ящика вряд ли что-то хорошее выпадет нам. Нужно эпически получать. Вот там, да, шанс выпадания нового персонажа просто огромен. А персонажей у нас еще с тобой очень много. Если мы с тобой заглядывали, да, в семью, вот посмотри, мы только с тобой верхние открыли. Тут еще четверо персонажей. И тут. То есть 8 персов еще нужно открывать. Так что, надеюсь, мы с тобой их получим. Вот для чего эти монеты, объясни мне. Что я могу... А, так это же деньги, елки-палки. Это же деньги, конечно же. Монеты. Так, приобретено. Бесплатного мне здесь, конечно же, ничего не дадут. Хватит, сказали тебе, Рэй. Достаточно этого. Кстати, вот что у нас означает яйцо? Ну, конечно же, защита куриц. Ну что, 31-я миссия. Бойся, бойся как можно сильнее. В плане. Так, у них уже две пещеры. Откуда они будут ползти? Они бы еще перед носом бы мне поставили бы эту пещеру, да? И сказали бы: бойся, бойся, но не трусь. Ладно, черепахи уже поперли. Давай взрывчатку туда. Нормуль. Давай, 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 давай. Да чтоб тебя... Долго, долго, конечно. Блин, муха. Ну, кузен, кузен, чего ж ты так слабо бомбишь-то? Я думал, ты будешь посерьезнее как бы вжаривать. Ты видел, он очень мало урона наносит. Так, черепаха тортила, вали нафиг. Без тебя тошно. Пол волны прожили. Давай муху уничтожать. Взрывчатку. Блин, почему я этого хорька не бомбанул, а? Не оглушил. Отойди, все-таки успел, а? Свою газовую атаку в меня выпустит, понимаешь? Блин, вот это, конечно, одновременно и стрелять, и переключаться на динамит очень сложно. Но мобильники это, поверь мне, было бы в разы лучше. Уйди от меня подальше. Не нервируй меня, муля. Все, выживи. Так, бонус за здоровье 1800. А тут три смайлика, шикарно.
Потому что, мне кажется, если мы с тобой не наберем определенное количество смайликов, нас фигушки пустят на следующий эпизод. Так, тут монетки 15 штук. И дядя Волосач у нас может с тобой прапаться. А какой он там уровень-то получает? По-моему, 4-й. Нет, какой 4-й? О, вот только про него говорил. Хорошо, что он появился. Мы, интересно, успеем до него дойти? Да, тут, твою же налево, сколько еще надо бомбить. 5-й уровень получит у нас, да? Улучшаем, конечно же, нашего Волосача. И у него открывается вот этот вот кузен Рой. Ловит мух и комаров. Ну, если бы он еще бы атаковал бы их, ну, как бы посильнее, да? Потому что по дамагу не хватает. Так, здесь у нас закончилась энергия. Ну что, берем тогда Волосача. И уровень у нас с тобой какой? 32-й. То есть защитите куриц. Угу, вяжет она мне здесь. Ценная стая. Еще такая музыка веселая. Мне нравится исполнение. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот единственное, чего здесь не хватает, так это, друзья мои, боссов. Может быть, они, конечно, будут в конце, в самом конце, на 50-м уровне. Ах ты, комар, ты вшивый, я тебя и не увидел. Потому что, ну, боссы как бы действительно нужны. В них раньше была вся соль. Так, дай гранату запульну. Да господи, сейчас же... Ну почему так тяжело, а? Давай гранату следующую сразу же выпускаем. По возможности, их нужно бомбить. Кузен нифига мне не хочет помогать. Кузен Рой. Так, ждем последнюю волну. Вот она. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Перезарядочку, отлично. Перчинку, конечно, хотелось бы прокачать бы до уровня 10-20. Губы раскатал, да, парни? Может, сразу в топчик ее прокачать? Ну, слава богу, куриц мы с тобой спасли. Бонус за идеальное здоровье. Даже урона мы не получили. Вот что. Замечательно. Ну что же. Так, давай вскрывать сундук. Смотрим, что нам здесь выпадет. Монетки 13 штук. Оу. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает, да, чтобы нам прокачать ее. Ладно, будем надеяться. В ближайшее время найдем с тобой на нее одну карточку, да, и прапаем. Так, ну что, 33-я миссия. Енот Рокки. А, помню, помню я этих ребятушки. Сильные, серьезные противники, да? Ну куда ты прешь? Так, они когда взрываются, они наносят урон своим, нет? По-моему, нифига не наносят. Со всех... Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо, родные. Ну, тут действительно уже... Блин, далеко зашли, слишком далеко зашли. Вы оборзели, что ли? Давай-давай, Волосач, отбивайся. Ну ты же видишь, сейчас будут взрывы. Слушай, они когда взрываются на моей базе, очень много урона наносят. Мне что, разорваться здесь, что ли, а? Мне и этих надо атаковать, и тех. И мухи тут еще. Ой-ой-ой, как мало здоровья у меня осталось. Как мало здоровья у меня осталось. Петушара, хорош там кричать. Я и так вижу, что враги на меня прут. Ну давай ты, господи, сейчас, сейчас отдуплимся. Нет, все-таки выживем. Обязаны выжить. Офигею просто на крополях. На крополях. Какой тут бонус может быть? Всего лишь 200. Слушай, а как быть? Если мы уже с тобой, ну, по дамагу проигрываем, как мне его усилить? О, смотри, какой мне сундук дали. Так, 5 карточек в нем. Денег 46. Улучшаем нашу пейпер. Так, тормоз Джо. Сварщик и 7 гемов. Вот это я понимаю, вот это сундучок. Такие бы почаще выпадали бы. Так, давай мы с тобой, наверное, прокачаем пеппер. Она получит у меня 4-й уровень. Так, подожди-ка, надо ее улучшить. 4-й уровень. Ну что, наверное, сыграем за нее, да? До 5-го прокачаем, у нее откроется, наверное, кузен Рой, я так понимаю. А мы переходим на 34-ю миссию. Дождливые деньки.
Серьезно, что ли? О, смотри-ка, она хорошо бомбит. Вот сейчас чувствуется дамаг. Наверное. Может быть, потому что врагов пока мало. Поэтому и чувствуется дамаг. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, ребят, хорош, завязывайте. Вот единственное, меня смущает ее очень долгая перезарядка. Так хорошо все, дамаг, все отлично. Но вот перезарядка, ну это совсем никуда не годится. Вот ты посмотри, вот пока она перезаряжается, тут меня могут разбомбить. Критический удар, это все прекрасно. Ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось. Ах, тут еще охламон этот бросает гранаты. Слушай, шансы-то есть хоть выжить? Или нету? Я даже не знаю. Но тортила. Так, давай сбросать срочно. Ну перезарядку-то делает, господи. Еле-еле выжил, фу. Трындец. Она еще что там, на роликах что ли? Да, ребята, у нее, оказывается, ролики на ногах. 34 уровень. Слишком как-то тяжело мне дался. Сундук. Сундук какой-то болотный. Весь порос грибами. Так, что у нас тут? 25 монет. Сварщик. И Джо. Ладно. 35 уровень. Я, наверное, не знаю, ребят, сможем ли мы вообще пройти его. 35 уровень. Так, может быть... Ладно, фиг с ним. Сезон дождей. Ну, блин, ну... Енотов, блин, тут не хватало еще, а. Так, слава богу, подбили. Ну, перезарядка, конечно, да. Это, ребята, что-то с чем-то. Перезарядка очень долгая у нее. Пипец просто какой-то. Сейчас мне этот говнюк забросает, да? Вроде и поджиг... Не-не-не-не-не-не. Что-то вообще кисло все. Кисло, печально. Я не знаю, как ускорить ей перезарядку. Вообще это, наверное, нереально. Это только уровень решает. Да отвалите вы, а. Ну давай ты быстрее. Ну что-то вот... Вроде легендарный персонаж. Почему все равно какие-то изъяны есть, а? Давай, пока они там оглушенные, бомбите их. Куда вы прете? Все равно успевает, а? Пердушку свою запустить. Ну. Есть. Последний енот. Или как вот там? Скунс. Конечно же, это скунс. Какая еще последняя? Я думал, что это была последняя волна. Погнали. Еще. Еще, да? Еще. Ага, больше нету. Больше нету у меня гранат. Так, это последний хламон, я так понимаю. Ну ты будешь... В плане! У нас еще с тобой и снаряд кончается. Ты прикинь? У нас кончились снаряды, и все, я не мог стрелять. Зашибись. Вот так вот, я не знал. Оу, оу. Так, сундук хороший. Эх, чуть-чуть не хватает. Ох, друзья мои, Фрости! Новый персонаж Фрости говорит сам за себя. Он замораживает врагов. Такой балбес. Давай почитаем, что же это за такой новый герой у нас открылся. Так, где же он? Фрости, вот он. Так, это редкий персонаж. У него вот такая пушка. Ух ты, граната. Кассетная бомба. Распадается на несколько мелких бомб при попадании. Отличное тактическое оружие для нанесения урона нескольким монстрам сразу. Шикарно. Ничего не могу сказать. Хранится в холодильнике. Может остудить пыл некоторых монстров. Ледяная винтовка. Так, а сам-то ты кто, парень? По жизни. Покажи мне, пожалуйста. Сводный брат редко отходит от холодильника. Время от времени предпочитает на ужин стрельбу. То есть хлебом не корми, дай пострелять. Я так понял, да? И я могу ему еще уровень сразу поднять. Второй. Ну что, друзья. Ай, прикольно. Ну что, ребят, я думаю, наверное, стоит его протестить. Конечно, не лучший вариант, да, на 36 уровнях тестить этого Фрусти, но сохраняй спокойствие и продолжай стрелять. Так, ну я, если честно, пока не вижу, чтобы он мог замораживать кого-то там. Ну, посмотрим.
Но дамаг вроде бы неплохой. Так, остудить. Да. А, я понял, ребята, он замедляет. Кассетная бомба. Куда же я ее бросил-то? Джо, кузен Рэй, Рой, помогай, господи. А, его тут нету. А я думаю, сейчас не буду стрелять. Ага, его же нету здесь у меня. Тут он не открыт. Потому что хорош уже. Да, ребята, не лучший вариант, конечно, был тестить. Нет, 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 наверное, не получится, ребята, мне пройти здесь. Плюс это гранату сожрало. Все, я сфейлился. Тебя убили, убили. Так, не сдавайся, выйти. Так, выйти. Ну, придется мне брать другого. Этот пока, ну, не дотягивает, друзья мои. Не дотягивает до того уровня. У нас как раз на Джо накопилась энергия. Я буду играть за него. Так, подожди. 36-я миссия. Жестко. Сохраняй, блин, спокойствие, говорят, а? Легко им тут так свистунка-то заправлять. Идите, комары, отсюда. Я знаешь, что в следующий раз сделаю? Я поставлю кнопки на взрывчатку, чтобы у меня можно было бы с клавиатуры, ребят, управлять этой ерундой. Так будет эффективнее, поверь мне, чем постоянно туда переключаться. Тут пауза есть? Есть. В принципе, можно сейчас, наверное, это и сделать. Так, ну-ка попробуем продолжить и посмотрим сейчас. Погоди-ка, погоди-ка, а мне нужно раскладку, что ли, поменять еще? Что-то не работает моя кнопка, друзья мои. Нафига я переставлял все это дело? Я поставил на пробел, но, как ты видишь, не работает. Плохо. Надо будет потом подкорректировать, что я там неправильно сделал. Не знаю. Давай взрывчатку бросаем, бросаем. Закидываем просто врагов со всех сторон. Может быть здесь, ну, выживем. Так, еще взрывчатку и еще. Вот как-то так. Ну, видишь, постоянно сюда переключаться и бросать это невыгодно. Если бы я просто нажимал на кнопку Enter, я бы мог просто наводить и сразу бросать динамит. Вот я к чему тебе все это говорил. Так, ну что, открываем с тобой сундук. 10 монет. Так, сварщик. Ну и продолжаем. То есть с каждым разом, ты посмотри, у нас уровни все сложнее и сложнее становятся. Тут уже не до шуток. Так, какой у нас с тобой уровень? 33-й с черепком. Что бы это могло значить? Ага, не хватает ресурсов. Мы сварщика... Да, можем улучшить. 6-й уровень. Он у нас получает. Поздравляем, теперь у тебя есть огненный гранатомет. Выпускает огромные огнеопасные гранаты. Идеально подходит при противостоянии большим группам монстров. Вот оно как. Вот это меня радует. Вот это меня уже радует. Давайте, ребят, тогда затестим это все дело. В плане енот Рокки. Различное оружие, различные результаты. А, вот. Держи палец на экране, чтобы выстрелить несколько раз. Ну-ка посмотрим. Как бы все вроде бы хорошо и в то же время плохо. Ну ладно. А сама винтовка хандрит, да? Да, сама винтовочка у нас с тобой хандрит, ребята. Не дает того самого эффекта, который я от нее ожидал. Так, я ведь хотел кнопку, ребят, поменять на выбор взрывчатки. Мне бы так стало бы намного проще играть, поверь мне. Да как же ты долго перезаряжаешься, а? Нет, это не то. Это все не то. Последняя волна. Понял, петушара прокричал. Нормуль. Так, давай сюда бросим коктейль Молотова. Еще один и еще один. Просто забросай, пускай они там горят. Еночка, не подъезжай. Подъехал. Но главное, прошли. Вот здесь еще тоже нужно поменять, друзья мои, кнопки. Потому что переключение между оружием тоже пригодится в дальнейшем.
Так, хороший сундук. Одной карточки не хватило, да, чтобы Джоном с тобой прокачать. Ну да ничего страшного. Так, двигаемся с тобой далее. У нас какая там 30. Подожди, а у нас что, 37-я миссия? Это же все пройдено у нас. А, я, видимо, по повтору пошел. Да, друзья мои, вот у нас с тобой. Прожить 60 секунд надо. Так, они попадают один за другим. Куда они попадают? В рай? В ад? Секунду, дай-ка я попробую. Давай протестим. Да. Слушай, пока отлично, ребят, работает. Единственное, что со стволами все нормуль, а вот насчет коктейля Молотова почему-то пока не особо хорошо фурычит. С чем это может быть связано? Что я не так сделал? Давай, 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 давай. Подбили. Ну-ка. Так, у нас с тобой патрон-то кончается. Господи, давай так сделаем, наверное. Жестко. Это серьезно говорю, жестко. Ты посмотри, что творят. Фу. Прожили. Не могу понять, почему не работает все-таки на нашу взрывчатку. Что не так? Переключение между оружием все нормуль. А вот именно по взрывчатке не функционирует. Так, бонус 3 звезды. Так, Фрости и сварщик. И гемы 5 штук. Обожаю вот эти сундуки прекрасные, они мне очень нравятся. Как же быть-то, почему не могу я выбирать динамит, а? Вот скажи мне на милость. Может быть нам... Так, а смысл? Ну давай я попробую, ребят, я возьму первый уровень. Все-таки хочу настроить, чтобы все работало идеально. Ну-ка. Так, снова в путь. Ну здесь все будет легко. Видишь, вот, вот здесь вот переключается. Вот оружие я могу переключать, не наводя. Так, тут тоже вроде бы нормуль. Сейчас попробуем с тобой накопить это и посмотрим, работает все-таки или нет. Надо души тут подкопить. Ну, где вы там, охламоны? Выходите. Могу переключаться вот так вот, хоба. Прям в процессе игры. Так. А вот это все-таки не работает. Почему, ребят, не знаю. Так, смотрим. Друзья мои, я понял, почему она не работает. Потому что там нужно делать свайпом. То есть нам нужно, видишь, как делать? А не просто нажать кнопочку и... Понимаешь, да? Поэтому бесполезно то, что я тут сделал. Как ни крути, придется туда обращаться. Именно свайпом делать. Так, бонус, монетки и пейпер. Отлично, так, ладно. Ну, хотя бы оружие можем переключать. Со взрывчаткой придется, ребята, вручную. Так, сварщика не хватает, да? У Джо есть одно сердечко. Так, волосач. Ну что, поехали, 38-я миссия у нас с тобой. Нашествие монстров. Броненосец, монстр, со взрывчаткой, обалдеть. Это еще что за... Да ну! Ты пос... Тихо ты! А я офигею, это что такое? Броне... Ты понял? Его не так легко подбить, этого броненосца. Вот что я тебе скажу. Давай-давай-давай-давай-давай. Шитиков этих уничтожаем. Стреляем. Сложно. Вон еще один ползет. Так, давай попробуем его сейчас. Он сейчас покатится еще. Вот так вот. Давай, 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 давай этого хмыря с аркебузой. Дядя Волосач, можно как-то, я не знаю, пошустрее что ли? Поактивнее. Большая проблема именно заключается в перезарядке. Будем честны. Тихо, куда ты ползешь-то? Прям покатился, а? Шмаляем, шмаляем, шмаляем.
Так, наверное, мы сегодня поиграем с тобой до 40 уровня, да, и будем на этом отдыхать. Ну и бонус за здоровье. Ну, понятное дело, потому что тут по мне все-таки попадали. И копилку эту надо открыть. Так, опять 5 звезд, 17 монет, сварщик и дядька-волосач. Слушай, а мы с тобой гемы не накопили случайно, а? Может быть, у нас хватает? Так, чтобы нам открыть с тобой копилку, нужно сколько? Могу же? Накопи 40 штук самоцветов, чтобы разбить свинью. Но у меня же есть 40 самоцветов. Почему я никак не могу ее открыть? 40 штук самоцветов. Что-то меня тут... Или нужно 100 гемов? Что-то странно как-то. Ладно, друзья мои, 39-я миссия. Блин, может быть, дойти до этой черепахи? Ого! Ну-ка, хорош. Хорош, 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 баловать-то. Прям, вы молодцы. Я говорю, вы бы еще вообще рядом просто установили бы и сказали бы: Рэй, на, отбивайся как хочешь. Трындец. Броненосец, иди ты в пень. Ну и как? Трындец, конечно. Так, муха. Все-таки сожрала, а. Все-таки она съела мою бомбу. Давай, давай, волосатый, ну. Жги. Жги как никогда. Так, что там у нас? Бобры поперли. Прут бобры, ты понимаешь? Мухи летят, комары визжат. Что я могу еще тут тебе сказать? Опять эта муха вшивая летит. Блин, я все время забываю, что у черепаки панцирь сбиваешь. Для начала, а потом она еще будет на тебя бежать. Ой-ой-ой-ой-ой. Броненосец. Броненосец Потемкин на меня прет. Слушай, очень мало здоровья. Очень мало здоровья, я тебе скажу. Петушара, спасибо, конечно, что ты тут прокукарекал, но мне от этого не легче. Совсем не легче. Окей, окей. И последний, да? Все-таки выживем. Выживем. Ну! Вот тебе и выжили, блин. Трындец, ребята. Патрон еще, оказывается, кончается, ты понимаешь? Мне пришлось потратить супербонус. Но не зря, не зря. Полная, говорят, да? Дай мне ее разбить. Копилку-то. Полная. Так, сколько? 15 монет. Сварщик и... Волосатый. Волосатый дядя. Ну что, 40-й уровень, как я тебе обещал. Его пройдем, если пройдем. Что-то мне... Как-то вот... Вот это тоже непонятно, 40%. К чему дают нам 40%? Накопи, говорит, 40 самоцветов. Угу. Ну, накопил, и что? И ничего, да? Открыть копилку ты не сможешь. Как бы ты тут ни старался. Может быть, пока это не работает, функция. Такое, кстати, тоже может быть, ребят. Ну что, поехали. 40-й уровень, это защита опять куриц. Давай попробуем. Так, крылышки-гриль. Название такое, вдохновляющее, да? Крылышки-гриль. Не надо пыхтеть. Шмаляем, шмаляем, шмаляем. Так, бросаем взрывчатку. Ну, я и говорил, тут больше проблем все-таки из-за перезарядки. Так, пока не будем тратить. С этим я, наверное, и так справлюсь. А вот теперь бросим. Пускай горят. Ну, куда ты прешь, а? Ну, куда ты прешь со своими бомбами? Давай, на всякий случай, на опережение бросаем. Очень неплохо работает у нас с тобой вот это вот на опережение. Бедные курицы там визжат, потому что в них плюют комары. Понимаешь? Курицы визжат от того, что по ним плюют комары. То есть курицы, по идее, должны съедать этих комаров, но они почему-то боятся. Не знаю, с чем это связано. Видимо, тут огромные москиты. Да они практически размером с курицу, согласись. Есть. Критический удар. Вот если бы у нас как-то крит с тобой почаще вылетал бы, было бы вообще замечательно.
Отлично, все у нас классненько. Так, давайте мне хороший, ну что это, ну пляжный сундук. Обычный пляжный чемодан. Так, а Джо там мы с тобой можем прокачать. И Фрусти тоже можем прокачать. Так, давай, наверное, я все-таки Джо качну. Потому что, ну как бы Джо, наш туповатый Джо, довольно сильный. Потому что он круче всех прокачанный. А если я прокачаю, так какой там уровень получит? 7-й. У нас что-то с тобой новое откроется. И что же нам тут доступно? Поздравляем, теперь у тебя есть ствольный ручной гранатомет. О как. Ты понял? Ствольный ручной гранатомет. Слушай, блин, хочется вот эту вот штуку открыть. Давай, наверное, попробуем еще поиграть. Я хочу открыть вот эту вот фигню. Угадай, кто здесь? Я без понятия, кто здесь. Аркебузник, ёлки-палки. Кто здесь еще может быть? Ну, гранатомет хороший. Опять же, ребята, все дело в том, что очень-очень медленный. Но зато оглушает всех. В этом свой плюс есть. Так. Давай, ушатываем. Черепаха, ты куда разогнался, я не понял. Слушай, довольно долго они галюнят, смотри. Ну, как бы оглушенные, они долго находятся. Бобух, на. То есть, выгодно один разочек его всего применять. Оглушил, как говорится, да, противника. И переключайся сразу на дробовик. В этом есть смысл. А стрелять, как из основного оружия, не стоит. Вот, видишь, они оглушенные. Теперь бомбим. Отходят сразу, еще стреляешь и опять бомбишь. Вот такая тактика. Ну. Давай. Отлично. Шикарно. Так, последняя волна, да? А, все, прошли. Прошли. Ну, плохо. Плохо прошли. Почему-то. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь выпадет. Монетки, сварщик, Фрости. По идее, Фрости надо как-то прокачать. Это получит он 3-й уровень, да? Там, по-моему, не очень много надо монет. Сейчас я посмотрю. 10, да. Давай, получает он у нас 3-й уровень. Довольный. Ледяная винтовка. Это все хорошо, что у тебя ледяная винтовка, но я все равно пока буду играть за нашего Джо. Так, сколько там еще осталось? По-моему, вот здесь, да, откроется? Посмотрим. Должен я вскрыть вот этот вот сундучок, так сказать. Ого! Множество битв, множество побед. Да ладно, серьезно, что ли? Ну... Я не знаю, попробуем, конечно, сейчас тут как-то отбиться. Эй, ну-ка. Нормуль. Отлично. Шикарно. Давай. Комарик, иди отсюда. Так, слушай, может быть, гранатомет давай поставим. А, я думаю, со своей перезарядкой понятно все. Эти психи начинают пилить мой плод. Да успокойтесь вы. Отвали, крокодилово отродье, от меня. Давай забросаем тут все с тобой динамитом. Так, суперволна, да, собирается на меня. Давай, ну. Переключаемся. Бобер, отвали. Да блин. Воу. Да как так-то? Как? Офигеть. Ладно, тратим. Фига себе. Что такое происходит? Как я так сфейлился-то, а? Пришлось гемы потратить. Вот так вот, ребятушки. Ну ведь смотри, я не... А, нам нужно с тобой полностью красную полоску забить. Тогда у нас будет отличный... Да нет, тут и так отличный результат. Не знаю, как, ребят, тут начинается все это. Как хочешь, так и понимай. 20 монет.
Так, пеппер, перчинка и сварщик. Так, а мне сейчас дадут открыть бонус? Или это все-таки на следующем уровне? А мы открываем с тобой черепашку эту. Нет, дошли. 41 монета. Дядя Волосач. Тормоз Джо. Сварщик. И билеты. Так, и 5 гемов. Ну, неплохо, ребят, неплохо. Открыл я бонус, все хорошо. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте мы с вами будем закругляться. Тут осталось, кстати, нам, наверное... Да, на следующей серии мы с тобой пройдем первый эпизод. И перейдем с тобой на второй. Тут опять же у нас болото, да? А, тут лес у нас был. Тут действительно какая-то болотность. А дальше у нас зима тут, понимаешь, вовсю. Затопленный город. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.